Перед нами цилиндропоршневая группа и газораспределительный механизм четырехтактного китайского скутера с двигателем 139 QMB. От обычного он отличается тем, что у него вырезаны некоторые части, дабы можно было рассмотреть, как работает газораспределительный механизм. Это коленвал, поршень, впускной клапан и, естественно, выпускной. Ход поршня вверх или вниз называется тактом. За один оборот коленчатого вала поршень делает два такта. Рабочий цикл четырехтактного двигателя, как становится ясно с названия, состоит из четырех тактов. Это два полных оборота коленчатого вала. Первый такт. Открывается впускной клапан. Поршень движется вниз. Цилиндр наполняется топливо-воздушной смесью. В начале второго такта закрывается впускной клапан. И начинается процесс сжатия топливо-воздушной смеси. Поршень достигает верхней мертвой точки. Происходит воспламенение топливной смеси. Горячие газы расширяются. Третий такт, называемый работа. Начало четвертого такта. Открывается выпускной клапан. И продукты горения удаляются из цилиндра. Далее цикл повторяется. Есть еще одна небольшая заметка. Во время между четвертым и первым тактом, когда выпускной клапан еще не закрылся, а впускной уже открывается, возникает ситуация, которая называется перекрытие клапанов. Это когда оба клапана на небольшой промежуток времени находятся в открытом состоянии.